Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, в этом видео мы хотим уделить внимание и дать один совет, рекомендацию о том, почему нельзя оставлять волосы на расческе. Вот такая вот обычная, казалось бы, привычка, как оставлять волосы на расческе, вы знаете, имеет свои серьезные последствия. Почему? Потому что, ну, на расческе часто остаются волосы, независимо от того, короткие они у вас или длинные. И вот при быстрых сборах люди редко очищают расческу. Чаще всего уходят и оставляют все как есть. И вы знаете, такая вот ошибка кажется вот обычным делом и у многих перерастает в привычку. Оставленные волосы на расческе являются очень плохой приметой, которая может стать настоящей помехой для вашего счастья, удачи и финансового изобилия. Если что-то не идет в личной жизни или вам надоела вот постоянная будничная рутинность, многие женщины стараются изменить свой имидж и начинают, конечно же, с прически. Но вы должны понимать, что делать это стоит очень аккуратно, ведь волосы энергетически очень сильно привязаны к человеку. И даже многим доводилось слышать такую поговорку о том, что если выбросить волосы на улицу, то будет болеть голова. И вы знаете, локоны человека не только тесно связаны с его здоровьем, но и также с его личной аурой. И если копить волосы на расческе, то это может застопорить все аспекты жизни человека. Это касательно и его здоровья, его финансовой сферы, его изобилия, то есть все сферы. И у человека уже не получается построить отношения, может появляться постоянно вот какое-то чувство подавленности, отсутствие желания что-либо делать, появляются частые стрессы даже на работе. Вы должны понимать, что это последствия вот такой вот привычки не оставлять волосы на расческе. Поэтому, пожалуйста, следите за чистотой своей расчески, чтобы обычный предмет вашей красоты не превратился в помеху для вашей жизни. Поэтому пора вам заняться уборкой вообще своего дома и обязательно своей расчески. Также стоит проверять все свои углы квартиры, так как могут волосы прятаться и там, а разбросанные по квартире волосы только могут ухудшить эмоциональное состояние человека и забрать его энергию. Также, когда вы не контролируете свои волосы, да, конечно, все волосы нельзя проконтролировать, потому что они достаточно очень тонкие, и наш глаз их не воспринимает. Но в любом случае, если у вас упал волос, поднимите его и выбросите в урну. Кроме того, если вы знаете, что вы работаете с коллективом, где есть недоброжелатели, также старайтесь поменьше делать каждые 5 минут себе прическу, и особенно это касается расчески, там у вас особенно длинные волосы. Почему? Потому что волосы могут падать, а вот такая вот волосинка одна будет достаточно для того, чтобы провести определенный ритуал и вас сглазить, навести на вас какую-то порчу. Вам это не нужно, поэтому будьте внимательны, будьте осторожны. Ваши волосы вам в помощь. Это наша энергетика, это наши антенки с космосом. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Вы теперь знаете, почему нельзя разбрасывать волосы, почему нужно волосы в обязательном порядке собирать с расчески. С вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Ну а мы с вами уже услышимся, друзья, в следующем видео.